Это случилось в 1791 году. Мне было 24. Я считался мужчиной в возрасте и владел огромными плантациями к югу от Нью-Орлеана. Моя жена умерла при родах. Ребенка тоже не удалось спасти. Лучше бы и я вместе с ними лежал в могиле. Потеря была невыносимой. А, Луи, Луи, ты хнычешь, Луи. Fantastic, baby.